I wanna be there. Именно женщина, а не одежда, выражает сексуальность, утверждал великий кутюрье Джани Версачи. В эфире программа «Fashion is our profession» и ее ведущая Ксения Голд. Сегодня в программе мы побываем на мероприятии «Мода Италия Минск», а также увидим горячие тренды прямо из Милана. «Мода Италия Минск» – мероприятие, которое два раза в год с успехом проходит в нашей столице. О том, что здесь происходит, мы сейчас узнаем. Мистер Президент, каких результатов вы достигли в этом году от проведения мероприятия «Мода Италия Минск»? Это мероприятие шестое по счету, которое мы проводим. И я вижу, что в вашей стране оно пользуется успехом. Наши народы очень похожи, особенно вашим девушкам нравится наш дизайн. И мы планируем продолжать проводить подобные мероприятия. А что обычно одевает итальянец, когда идет на романтическое свидание? Итальянские мужчины любят красиво и элегантно одеваться, особенно на свидания и праздники. И у нас есть все возможности для этого, ведь фэшн-индустрия в Италии очень развита. Этот посыл элегантности мы пытаемся донести белорусским мужчинам. Скажите, мне все-таки кажется, что итальянские мужчины как минимум час проводят перед зеркалом, перед тем, как выйти на улицу. Я права? Все зависит от разных обстоятельств. Однако вы правы. Итальянцы тратят от получаса до часа, крутясь перед зеркалом до выхода. Скажите, пожалуйста, вы главный стилист мероприятия «Мода Италия Минск». Скажите, какие модные тренды в макияже и в прическах ожидают нас в следующем сезоне? То есть мода, она такая девушка капризная, да? Всегда модно несколько таких вот интересных трендов, да? Во всем, как в макияже, так и в прическе. В макияже по-прежнему губы. Девушки, привыкайте, потому что губы — это сейчас такой тренд еще на ближайшие года два, наверное. Но губы уже становятся такими более матовыми, более спокойными, не сексуальными, яркими и блестящими. То есть от этого мы отходим. Глаза по-прежнему в тренде, смоки те же, они остаются. Но опять же, смоки немножко модернизируются, чуть с какими-то вот такими цветными, блестящими, глянцевыми акцентами. Красивая кожа, вы сегодня увидите это на показе. Очень блестящая, живая, сияющая, она такая вся искрится. В волосах, опять же, несколько направлений. Такой легкий беспорядок, такой стиль боха, шабишик. То есть такое смешение разных накруток, разных плетений. Где-то локон, где-то свободная прядь. И высокие прически тоже актуально, но они уже такие более гладкие, более стройные. Инна Лиута специально для программы «Fashion is our profession».
Старайтесь не опережать моду и не отставать от нее, а тем более не впадайте в крайность. Смотрим следующий сюжет. Миланская неделя моды славится роскошью и богатством, а доходы от ее мероприятий приносят 27% прибыли в бюджет города. В эти дни Милан превращается в город-праздник, так как модные показы и вечеринки проходят тут круглосуточно, причем 85% участников – итальянские кутюрье. Сейчас мы находимся в Милане. Именно здесь рождаются все модные тренды. И мы сейчас увидим, как это происходит. Здесь собрались и гости, и модели, и дизайнеры. Здесь замечательный фуршет, камеры, журналисты. И поэтому мы зададим несколько вопросов всем тем, кто сюда пришел. Несколько раз в год неделя моды Милана приковывает взгляды модников со всего света. А самые настоящие любители фэшена к модному сезону начинают готовиться уже за полгода вперед. Вы удивитесь, но именно сейчас время задуматься о новой шубке. Вот что уже предложила носить коллаборация дизайнеров Марио Браски из Италии и Натальи Валевской из России. Это не шубы, то, что я создавала сейчас, это меховые пальто. Это норка Нафа, одна из самых известных и самых знаменитых брендов норки. И два вида норки. Это стриженная норка и длинноворсовая. И мы смешивали длинноворсовую стриженную норку. И плюс, как ДНК бренда, всегда это арт-подкладки. Мы считаем, что весь мир ждет от нас стиль, от нас эксклюзивные вещи. И, скажем, модные вещи и качественные вещи. А мы считаем, что надо это показать на правильное место, на правильное время. И неделю мода, конечно, это чемпионат мира мода. А мы любим такое соревнование выступать. Что касается модных цветов следующей осени и зимы 2016-2017 года, то это насыщенно яркие их сочетания. Черный и бордовый, синий или зеленый с красным. Очень актуален цветной леопардовый принт. И продолжает быть модная одежда из черного кружева. Everything is made by hand. In this case is flower. У нас все сделано вручную, при помощи лазера, кожи, вельвета, кружева, кристаллов Сваровски и жемчужин. Моя коллекция называется «Ночной сад», и это действительно так. Темные цвета и это сочетание разных материалов дают нам возможность это почувствовать. Философия, которую преследует бренд Amen – создание сложных образов для особых женщин, загадку которых мечтают разгадать все мужчины, но удается это только избранным. У нашего бренда две линии – прет-а-порте и от-кутюр. Наша героиня жизнерадостная, любит ходить на разные приемы, презентации и смешивать разные вещи. Не секрет, что многие люди мечтают попасть на показы известных брендов в Милан, чтобы воочию увидеть все самые актуальные тренды. Но если вы не байер, не журналист, не звезда, то это практически невозможно. Ведь мода в Италии не просто шоу, а серьезный бизнес. Нет некрасивых женщин. Есть только женщины, которые не знают, что они красивые. Наша программа подошла к концу. Помните, что в жизни главное – это красота. Присоединяйтесь на Viber Public Chart Ксении Голд и следите за всеми модными новинками. Проведи лучшие моменты жизни в вип-сауне отеля «Виктория». Две финские сауны. Мини-бассейн с гидромассажными пушками и подсветкой. Зона отдыха. Барная стойка. Караоке. Вместимость до 15 человек. Побалуй себя и получи гамму приятных ощущений. Вип-сауна отеля «Виктория».